Ну вот я дубль за дублем делаю. Короче, грунт такой. Я экскаватором этим копал, ковш без клыков. В общем, вроде бы как шлак, то ли после металла какого-то. Ржавый, плотный. В общем, здесь, я так понимаю, территория... Сейчас с той стороны подойдем. Территория бывшего, ну, Засулаукс-депо. И здесь вот такие места, они, видимо, со своих кочегарок или со своих, у них тут, может быть, были свои какие-то цеха, где калили металл или ковали металл, я не знаю. И вот оттуда, наверное, они высыпали все это лишнее, шлак и прочее в некоторые места. И это очень плотное со временем, потом он слежался, страмбовался. И я его экскаватором еле-еле расковырял, чтобы траншею сделать для торпеды. И торпеду вот только сейчас хвост ее скрылся там. Еле-еле вогнали ее туда. Это сейчас будет пробивать, замучается. Здесь у нас сколько? Метров, наверное, 8-10 вот отсюда. И вот здесь, где эта палка, тут он выйти должен. Метров 8-10. Это долгая история. Это наша вчерашняя работа. Немножко воды накопилось. Здесь совсем чуть-чуть было. Ладно. Это топографисты пришли мерить. Пока все.